Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, уважаемые народные депутаты, заступающие на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянусь служить народу Республики Беларусь, выполнять Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выполнять ускладенные на меня высокие обязанности. Солдаты замерли по команде «Смирно», и над Октябрьской площадью зазвучали аккорды государственного гимна. Исполнение сводным оркестром гимна сопровождалось залпами артиллерийских орудий. Это придало особую торжественность церемонии принесения военнослужащими клятвы. А завершилась церемония прохождением маршем подразделений силовых ведомств по Октябрьской площади. Заступаючи на посаду президента Республіки Беларусь, урочисто клянуся верно служить народу Республіки Беларусь, поважать і оховывать правы і свободы человека і громадянина, заховывать і оборонять Конституцію Республіки Беларусь свято і добросумленно виконувать ускладенные на мене высокие обовязки. Thank you.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся верно служить народу Республіки Білорусь, поважать і оховувати права і свободи чоловіка і громадянина, заховувати і оборонять Конституцію Республіки Білорусь, свято і добросумленно виконувати ускладенные на мене высокие обов'язки. Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся верно служить народу Республіки Білорусь, поважать і оховувати права і свободи чоловіка і громадянина, заховувати і оборонять Конституцію Республіки Білорусь, свято і добросумленно виконувати ускладенное на мене высокие обовязки.
Уважаемый Александр Григорьевич,